Ну-ка, подойди сюда. Сергей, кто выглядит моложе? Ну так? Конечно же ты. А? Вот видишь? Теперь ты настоящий писатель, а я актриса. Тут мог бы закрутиться роман. Мать тебя обожает. Она ревнует. Она уже настроена против меня и пьесы, потому что у нее нет роли, а у Нины есть. Я актриса. Да на одних счетах за мои платья можно разориться. На основе самой популярной пьесы Чехова. Что о нем говорят? Ты самый гениальный писатель в России. О чем вы пишете? Так, один рассказик. Любительница славы, ревнивец, бородач, вечно несчастная. Просто я скорблю. По своей жизни. От режиссера Майкла Майера. Я всегда слежу за собой, не то что некоторые. Я могу сыграть 15-летнюю. Чего ты так нервничаешь? Боюсь играть перед твоей матерью. Холод, пустота, ужас. Я так и думала. Ну все, пьеса окончена, с меня хватит! Хватит! Да что я сказала-то? Ты видел Нину? Она пошла кататься на лодке с Борисом. Скажите, а каково это? Быть знаменитым. Я надеюсь, ты не флиртуешь с ним? Ты смотришь на меня, как будто я чужой! Не ходи за мной! Ты что, с ума сошел? А мне все равно! Хватит! Он вызывает меня на дуэль. О, нет. Взгляни мне в глаза. Не бросай меня. Нестареющая классика. Нельзя просто сидеть и ждать, что что-нибудь произойдет. О несчастной любви. Помнишь, как хорошо было раньше? Останься со мной. И мудрости жизни. Это о том, как продолжать жить, несмотря ни на что. «Чайка» в кинотеатрах с 14 марта.